магазине 10 раз. Двойки, тройки, четверки, пятерки, шестерки, семерки, восьмерки. Доходим до туда и обратно. Не пугай его обратно, не надо. До тут дойди. 10 раз. Дойди до туда. Зачем мне выступать через неделю? Давай всем выступать. Мне тоже, я только что делал туда и обратно. Слушайте, ну я на плечи. Только туда. Только на плечи, я на плечи только что работал. Давай, давай, я понял. Катя то же самое говорила, что у нее забились. Пританцовывать не обязательно, может. Так, и приседать не надо, что с копейками уже начинать приседать. У меня просто каждую субботу это самое нелюбимое упражнение. Это сегодня, я обычно делал один раз, потом... А что, все дошли до низу? Ну, Катька дошла, да. Нет, я сегодня дошел до низу и вернулся обратно, первый раз. Не приседай ногами, не подбрасывай. Катька тоже спиной подкидывала немножко. Я тоже готов. Приседает. Гад. Я не приседаю. Я не приседаю. Давай, давай. Что там, 7 у меня или 8? 7, 7. Вредно. Не пойду с тобой. Да, 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 Кать, а я на характере прокачусь и туда-сюда два раза. Давай. Ловим тебя на слове. 14 октября. 10 килограмм. Я в Оренбурге. Ты вообще выступать не будешь, так что не уйдешь. Гантель запульнет. Мощнее. Хорошо. 3, 4, 5, 6, 7. И сразу 8, молодец. Отлично. Никто не понимает, зачем это. Неважно, это же на характере. Я сам не понимаю, зачем нам трапеции. Хорошо, размялись. Основной. Обратно, основной девятую сейчас бери и пошли. Вверх. Над ней. Вот. Слышно? Вот это? Да-да, это, да, да. Здесь? Дедушка херни какой-то придумал. Бедные должны теперь надрываться. Вообще никакого напряжения. Одно удовольствие. Единички тебя погубят. Я потом, все обрежу и оставлю только последние два подхода на килограмм и на два. Не, сейчас ты буду ебаться.
Можно все сразу взять? Давай. Так просто проще, блядь. Девять. А ну вот так, подожди, не вот так, вот так, вот этим, блядь. Журавель. Смотри, самка богомола съедает самца. Я не богомол. И я не самка. Ну что мы, где заниматься?